теме нового учебного года еще вернемся, а пока о других событиях. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека на пожаре. Трагедия произошла в Великом Новгороде. Около 6 утра в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме номер 16 по улице Октябрьская. На момент прибытия пожарных подразделений горела квартира на третьем этаже. На балконе женщина просила о помощи. Она была спасена, от госпитализации отказалась. На ликвидацию пожара ушло около получаса. После тушения в сгоревшей квартире обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Как сообщили в региональном управлении ведомства, в ходе осмотра места происшествия внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. Также устанавливается причина пожара.